Не говори, я снимаю. Женя, ты хочешь в мой ролик так сильно попасть? Всем привет моим подписчикам. Я опять Женькой-полторашкой, который очень меня хочет насмешить и хочет очень сильно попасть в мой ролик. Все, поздравляю тебя, Женя, ты попал в мой ролик. Надеюсь, сейчас у меня хватит памяти. Что ж, начинаем, да, Женя? Память-то у тебя не мать. Я что, я на микро SD. Ты микро SD? Все, не мешай. Опять восьмерки. Как мне везет. А, нет, это семерки. Ну ладно. Че ты ржешь? Не могу тебя поронять. Я знаю. Но я не до тебя, я снимаю ролик. Спасибо, я тоже посмеюсь над твоим роликом. Жалко портовашка. А, ты тоже YouTube-канал создаешь? Да. Понятно, ты ролики тоже будешь снимать. Ну давай тогда коллапсы делать, когда ты будешь сюда приезжать. Ну что, сейчас будем скамить мамонтов, и меня наоборот заскамят. Ясно. Меня сейчас... Ясно, я начал варить. Да? Как его там? Шкода. Да Шкода отстанет от меня. Сейчас я апарт. Ясно, меня сейчас заскамят. О, я апарт не пробью. Ну где вы там, мамонты, заскамите меня уже. А, ну ладно. Спасибо, Шкода. Этот ролик будет продолжаться, пока я не побежду, ибо у меня памяти не хватит. Ну и что-то не произойдет. Так что вы там не скучайте. Да, Женя? Чё молчишь-то? Да я говорите, чё мой аппарат опять сломался? Ясно. А, все, буду на арте сейчас играть. Буду на всех чемоданами кидаться. Повезло, повезло. Шестерки.
КВ2, как тебе не стыдно с карандашом гонять, когда ты должен с бэвнометом бегать? Ай-яй-яй. Бэвнометом, я сказал. Б. Слушать надо. Ай-яй-яй. Подождем. Да, как... Ну да. Да-да, снаряды так ровно летят. Да, 48 союзник нанес. Бывает. КВ-1С, подожди. Так, не долетает. Да снаряды вообще так хорошо летят. Да, снаряды так хорошо летят. Противника все меньше и меньше. Да-да, Женя. Я наконец-то попал! Ну, не пробил. Я его только оглушил. Сам позвонил. Шофер позвонил сам. Вам тебе пора уже заканчивать. Я еще только начал, бабушка. Ну, все. Не можешь ли кто там приехал? Женя.
Да. Ну, вы будете светиться. Опять оглушил. Да, иногда идет ровно, иногда нет. Еще оглушил. Да, яхта, вот еще тот. Но самое главное, я выжил. Почему ты опять оглушился? Ну все, его сейчас заберут. Эо, ты куда? Он же тут был. Че, он уже смылся? Не пон. Ну, ищите. Да, хорошо подлагала. Отличный восплей. Уху. Выжил, победил. А сейчас мы будем другим заниматься. Все, погнали дальше скамить мамонтов. Хотя это может быть последний бой. Ой, последний бой, и я пошел. Синёхкий. Спасибо.
Хотя я могу еще что-нибудь снять в играх. Если хотите, пишите в комментариях. А мы начинаем. Я уже понял, поэтому я уже поехал. Вот что вы за черти за стенкой-то сидите? Мне лень к вам тащиться. О! На! Кушать! На, еще кушать! Че, все, накушался? И ты к бабушке пошел кушать. А мы тебя возьмем за клещи. А мне пофиг, что сейчас Ахта будет меня закидывать. Тайпик. Тайпик. Ты откуда взялся тут? Я побежал обратно. До свидания. Не получилось вертушкой. Жай. А да чё, я все еще не вза... Понимаю. Ну что ж, пора варить. Всем спасибо, всем пока. Конечно, это не вам. От противника. Ай, чуть не скрутил сайта на вперед. Ой, Ахта, ха-ха. Все, Ахта, тебе конец, я за тобой выехал. О, как мне повезло. А, ну да. Спасибо. Чем там занимаются наши союзники? Что ж, на этой веселой ноте мы будем заканчивать, может быть. А может и нет. Сейчас покажу всех союзников. Хотя зачем мне это нужно, я сам даже не знаю. И вот я сам. А что, посмотрим, что наши союзники сделают. На чапалах и не было.
Что ж, может, я сегодня еще один буду ролик снимать, но он выйдет уже не завтра, а через несколько недель. Ну ладно, бывает и поражение. Сейчас пойду. Что ж, всем спасибо, всем пока, кто меня смотрел.